С начала сезона во Владивостоке выкосили более 2,5 миллионов квадратных метров газонов и откосов. Комплексные работы по озеленению и содержанию территории ежедневно проводят сотрудники «Зеленого Владивостока». Покос травы ведется в разных районах. План проведения работ сформирован по результату мониторинга территорий, а также обращения жителей в администрацию города. В течение лета озеленители также занимаются высадкой растений. В этом году улицы города украсили еще 200 тысяч однолетников – бегонии, агератумы, виолы, калеусы, пеларгонии и другие цветы. Кроме того, в приморской столице стало больше на 3000 деревьев и кустарников. Специалисты отмечают, что работы будут продолжаться в течение всего сезона. Всего в этом году планируется высадить 250 тысяч однолетних растений и 8 тысяч деревьев и кустарников.